Компания MusicMag представляет AFIX 204 – звуковой процессор для синтезирования дополнительных высокочастотных и низкочастотных гармоник. AFIX 204 добавляет дополнительные гармоники к входному звуковому сигналу, восстанавливает самые тонкие нюансы, которые очень часто исчезают в процессе записи, а также повышает плотность в области низких частот. Запатентованная технология Aural Exciter увеличивает эффект присутствия и частоту звучания, восстанавливает естественную яркость, имеет более высокую воспринимаемую громкость, улучшенную детализацию и разборчивость. Технология Big Bottom добавляет более глубокие объемные басы, более высокую разборчивость баса, расширение характеристики в сторону низких частот при отсутствии повышения или очень небольшом повышении пикового уровня выходного сигнала. Данная модель широко используется на самых известных профессиональных студиях и радиостанциях. Эксайтеры AFIX широко применяются для записи, микширования, мастеринга, для радиовещания и вещания в сети интернет, а также в живых выступлениях для расширения характеристик систем звуковоспроизведения. Послушаем пример. В начале каждого отрезка AFIX 204 будет выключен. Затем мы его включим и через определенное время снова выключим, чтобы вы почувствовали разницу в звучании. AFIX 204 имеет два независимых канала с низким уровнем шумов. На каждом канале есть кнопка выключения обработки сигнала. Секция Aural Exciter содержит регуляторы Tune, Harmonics и Mix. Секция Big Bottom содержит регуляторы Drive, Tune и Mix. Также на передней панели есть кнопка выключения устройства. На задней панели расположен разъем для подключения кабеля питания, балансные входы и выходы на разъемах XLR и Jack, а также переключатель рабочего уровня сигнала минус 10 и плюс 4 дБ. AFIX 204 – это качество, проверенное временем. Данная модель практически не имеет аналогов в своем ценовом диапазоне.